16 декабря. В то утро был такой холод, что казалось, стукни по земле ледорубом, она треснет и разлетится на мелкие куски. А, Лицкий, это ты? Да, здравствуй. Немножко задержусь. Конечно. Неужели и Харухи заболела? Неужели в этом году такой сильный грипп? Харухи, вообще-то... Ты чего? Слышу в первый раз. Что, Харухи исчезла? Этого не может быть! То есть ты не пришелец? Пришелец, да? Черт! А вон там! Это же место Судзуми! Но ведь там правда загрузить. Если это чья-то атака на мой разум... Что с тобой? У тебя лица нет? Она более чем успешна. Слушай, Микуру, ты знаешь, что Харухи исчезла? Рано сдаваться. Где она? Где Харухи Судзуми сейчас? Тебе плохо. Может быть, опять температура? И куда она запропастилась? Идем к медсестре. Похоже, ты заболеваешь. Прости. Объясни мне! Харухи! Если я не сошел с ума, значит, с катушек слетел сам мир. Идем, берегись! Заждались? Фиг тебе.